Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что надо сказать? Привет! Вы на канале? Baby Go! Мы сегодня будем снимать, да! Сегодня будем снимать очередное развивающее видео. Сегодня у нас упражнение на развитие речевого дыхания. Вот, чтобы научиться выговаривать такие звуки, как С, З, Ш, Ж, Р, ребенок должен уметь делать достаточно сильный вдох. Кроме того, эти упражнения помогут в профилактике заикания, глотания звуков и слов. Первое из них – это упражнение «Бабочка, лети». Мы уже заранее подготовили несколько бабочек. Вот, задача ребенка, Дениски в данном случае, задача Дениски – дуть на бабочек, чтобы они летели. А потом мы попробуем сдуть снежки с ручки. День, давай попробуем. Дей, смотри, у папы висят две бабочки. Ну-ка, давай, сильно на них дуй. Сильно, сильно так. Смотри, папа сейчас тебе покажет, смотри. Вот, одна вылетела. Так, Дэн, ты запомнил, как папа дул? Нет, смотри, надо сконцентрироваться. Смотри, папа показывает тебе, как надо дуть. Давай, пробуй ты теперь. Старайся поток направлять прям так. Вот. Ну-ка попробуй еще. Дуй прям на них. Концентрируйся. Смотри, на бабочек и прям на них дуй. Вот. Вот, видишь, они как летают. Бабочка, лети. Давай, День, еще попробуем. Так, бабочка, лети. Дуй. Нет, так хитро. Надо дуть именно. Поближе, поближе, давай. Смотри, я. Вот, видишь, как у меня летает? Попробуй сконцентрируй, направь дыхание прям. Так. Или. Попробуй дуть на бабочку. Нет, все, неинтересно. Давай попробуем второе упражнение. У нас тоже есть на дыхание еще одно упражнение. Второе упражнение на дыхание. Это снежки. Смотри, у меня снежки на ладошке. Их надо сдуть, смотри. О, видишь, как они разлетелись? Сейчас мы соберем, и ты будешь их сдувать. Давай сейчас с тобой бабочку положим. Давай, снежки сдуем с бабочкой. Пробуй. Давай, направленный прям дуй. Но не больше 10 секунд, а то головка бубо будет. Во-о-о, давай, давай, давай. Еще давай пробуй. Ну, почти. Просто нам надо с тобой почаще тренировать. Попробуй со стола их сдуть. Вот. Летят. Да, летят, Дениска, снежки у нас. Вот. Друзья, пока что эта игра у нас не очень получается. Но чтобы научиться выговаривать такие шипящие звуки, как С, З, Ш, Ж и Р, надо чаще с ребенком заниматься такими дыхательными упражнениями. Денечка, надо вот так вот дуть. Вот, видишь, как все улетело? И заодно это профилактика, как мы уже говорили, заикание и глотание звуков и слов. Друзья, ну а с вами был канал Baby Go. Мы в очередной раз придумывали для вас полезное развивающее видео. Ну а сейчас ненадолго прощаемся. Ставьте нам пальцы вверх. Денечка, как пальцы вверх ставить? Вот, подписывайтесь на канал, оставляйте свои полезные комментарии. Мы с удовольствием вас примем критику. Пока-пока, друзья. Пока-пока. Давай попрощаемся с друзьями, правильно. Поделюй.